Привет, я Марк Эдвардс. Добро пожаловать в программу «Едем в Китай». И добро пожаловать в Циндао, где любят пить пиво и есть моллюсков. Этот город с населением в 3 миллиона человек, которым повезло жить около моря, и где температура редко превышает 30 градусов. Здесь множество развлечений для туристов, а также исторические и культурные достопримечательности. Поэтому давайте исследуем этот город. Сегодня отличное воскресное утро, и мы отправимся на утреннюю службу в протестантскую церковь Циндао. Построенная в 1910 году, она стала первой немецкой церковью в городе. По-китайски она называется Дзиду Дзяотан и является самым тихим и интересным местом в городе. Хотя церковь недавно отреставрировали, удалось сохранить ее первоначальный стиль и очарование. Очень впечатляет то, что придя на службу, вы обнаруживаете, как много здесь посетителей. Люди занимают каждый свободный уголок, потому что церковь просто битком набита народом. И это несмотря на то, что здесь тысяча сидячих мест. Дзиду Дзяотан – изящное строение с красной черепичной кровлей и башней с часами, которая до сих пор показывает точное время. Так как в старину в Китае часы были редкостью, местные жители сверялись с этими городскими часами. Отсюда название церкви – башня с часами. Но не переживайте, если вы не попадете внутрь. Служба также проводится и снаружи. Возможно, сегодня и не будет показа фейерверков, но все же это настоящее шоу. В старый Пичай-Юань вы можете зайти на чашку чая, перекусить или заказать полноценный обед, в то время как представление разворачивается прямо перед вами. Когда музыкальная группа начинает заводить публику, появляется чувство, будто погружаешься в здешний образ жизни. Эти шоу проходят на выходных, и с их помощью вы познакомитесь с подлинной китайской оперой. Для тех, кто действительно ценит эту уникальную форму китайского музыкального искусства, сообщаю. Самое важное здесь – выражение лиц актеров наряду с музыкой, поясняющей сюжет. Наряду с греческой трагикомедией и древнеиндийской санскритской оперой, китайская опера является старейшим драматургическим жанром в мире. Она возникла 1400 лет назад, когда императором династии Тан Тантайцзуном была сформирована первая оперная труппа. Многие поставленные пьесы не устаревают, поэтому вы можете увидеть, как многие представители старшего поколения постукивают в такт музыки или поют. Не переживайте, если вы не понимаете, что происходит. Большинство местных жителей изучили сюжет, многократно просматривая представление. Если вам необходимы ориентиры, попытайтесь определить главных героев по цвету краски на их лицах. Я дам вам подсказку. Красный означает преданность и добродетель. Черный – мудрость и храбрость. Золотой и серебряный – это сверхъестественные свойства. Желтый и белый означают хитрость и вероломство, а зеленый и голубой – мятежный дух, гордость, жестокость или отсутствие самоконтроля. Наконец, количество определенной краски на лице означает степень воплощения героями этих характеристик. Но вы просто можете заряжаться энергетикой от происходящего на сцене и вокруг нее. Мы все еще находимся в Пичай-Юань. Как вы видите, на этой старинной улице в Циндао много лотков уличной торговли и маленьких ресторанчиков. Я проголодался и не уверен, что вы почувствуете это сквозь экран, но исходящие отовсюду запахи очень вкусные. Я прохожу мимо разных ресторанов
и из каждого пахнет по-своему. Очень ароматно. Честно сказать, вдыхая эти ароматы, я умираю от голода. И думаю, мы скоро зайдем перекусить. О, смотрите. Вот это забавная штука. Здесь указано название всех ресторанов на этой улице. И дана оценка в виде рожицы, чтобы понять, отличный этот ресторан или просто хороший. Хорошо, что здесь нет недовольных рожиц. И это дает уверенность, что здесь только отличная еда и хорошая еда. Есть старая поговорка, что все дороги ведут в Рим. Вы будете недалеки от истины, если скажете, что в Циндао все дороги ведут к еде. Так как город расположен возле моря, особенностью местной кухни является разнообразие морепродуктов. Построенный в 1902 году внутренний двор Пичай приобрел известность благодаря особой кухне, основанной на местных традициях приготовления пищи. И как вы видите, что касается еды, с тех пор мало что изменилось. Для тех, кто переживает, что приехав в Циндао, им придется есть только морепродукты, не беспокойтесь. Здесь на улице ресторанов можно найти все, что угодно. Давайте посмотрим, что здесь имеется. Вся еда выставлена на обозрение, чтобы вы могли иметь визуальное представление о том, что собираетесь съесть. Выбирайте, что вам приглянулось, и вам это приготовят любым способом. Хотя дары моря здесь в изобилии, вы можете попробовать другие блюда, приготовленные в местном стиле. Для кухни провинции Шандун характерно быстрое прожаривание на большом огне, медленное прожаривание, тушение и обжаривание во фритюре. Еда получается хрустящей, нежной, вкусной, жирной, с кисло-сладким привкусом. Соль служит основной добавкой к блюдам, поэтому они получаются соленоватыми. Квашеные соевые бобы и соевый соус также являются популярной приправой. Кроме еды, от которой у вас потекут слюнки, вы будете поражены развлекательными комплексами. Вы увидите здесь более 60 магазинов, гостиниц, торговых палаток и ресторанов, а также различные уличные представления. Это не только гастрономический рай, здесь также великолепная архитектура и много культурных мероприятий. Вас поразит количество туристов, приезжающих сюда, чтобы посмотреть на европейскую архитектуру города. Давайте потратим немного времени на китайские архитектурные комплексы. Если вы знакомы с хутунами и сыхуянями Пекина, вы заметите, как отличалась повседневная жизнь жителей Циндао на протяжении 20 века. В старину многие семьи жили в таком здании с общим внутренним двором. И это совсем не похоже на пекинские сыхуяни. Я нахожусь в типичном внутреннем дворике, каких много в Циндао. Он похож на дворы Сыхуань в Пекине. Однако примечательным является то, что здесь смешались два архитектурных стиля – китайский и европейский. В середине двора прямоугольной формы растет дерево, и этажи располагаются один над другим. Здесь жили представители среднего класса. Если вы попытаетесь обойти все архитектурные сооружения Циндао за день, то в конце дня у вас голова будет идти кругом. От изящных домов 20 века до кафедральных соборов в центре города Циндао соединил в себе абсолютно полярные типы архитектуры, и европейское влияние здесь сильнее, чем где-либо еще в Китае.
Мы пошли окружным путем и направились в крохотную деревушку в Баварии, в Германии. По крайней мере, она выглядит как типичная европейская деревушка с булыжной мостовой и католической церковью Святого Майкла, построенной в 1934 году. Конечно же, мы все еще находимся в Циндау, в старой немецкой части города. Церковь просто великолепна. А подняв глаза, вы можете увидеть два шпиля, которые видны из любой части города. Спуститесь с крутого склона улицы Джуншань, и вы попадете в уютный мир Баварии. Если вам по душе сюрреализм, то не упустите случай увидеть это величественное здание, окруженное свадебными парочками. С точки зрения суеверного Запада, видеть невесту в платье до свадьбы – плохая примета. Однако в Китае это почти обязательное мероприятие. Вы увидите, как здесь делают свадебные снимки перед бракосочетанием. А популярным местом для фотосессии является этот кафедральный собор и немноголюдные пляжи. Кафедральный собор был основательно поврежден во время культурной революции. В то время кресты срывали на каждом шпиле, чтобы их защитить. В этом соборе до сих пор проводятся службы. А еще у входа вы увидите китайских торговцев, продающих распятия и сувениры. Благодаря тому, что город расположен на побережье Желтого моря, на протяжении года в Циндао царит хорошая погода. Летом здесь не жарко, а зимы не суровые, особенно если сравнивать с городами к северу от Циндао. Самые жаркие месяцы – июль и август. В это время года здесь сезон дождей, поэтому нередки ливни. Это может помешать вам получить красивый загар. Город быстро заволакивает туманом. Добро пожаловать в подводный мир Циндао. Это место, где можно увидеть обитателей моря из Австралии, Сингапура и даже Южной Америки. А также морскую флору и фауну с местных берегов. А я жажду увидеть акулу, которая стоит более 500 тысяч юаней. Вспоминается старый добрый фильм «Челюсти». Здесь не нужно беспокоиться о погоде. Подводный мир Циндао был открыт более 50 лет назад. Он состоит из четырех основных секций, которые расположены по обеим сторонам дороги Лайян, соединенных подземным переходом. Здесь есть пресноводный аквариум, зал, где проходят представления с морскими животными, зал биологического разнообразия моря и роскошный дворец медуз. По скользящей дорожке вы отправитесь через туннель в аквариуме, где вашему вниманию будет представлен 360-градусный обзор подводного мира. Здесь можно посмотреть зрелищные шоу, воссозданные в почти в первоначальном образе естественную среду обитания морских жителей, музей и комнату, где собраны все виды медуз. Чего еще можно пожелать? В морском музее вы сможете поглазеть на морских животных, которых здесь около 2000 видов. Это наиболее полная коллекция обитателей морских глубин, собранная за 60 с лишним лет. Среди прочих экземпляров посмотрите на китайского осетра и гигантскую саламандру. Если вы хотите купить рыбок для своего аквариума, обратите внимание на маленькую рыбку, называемую красным попугаем. Это самый популярный вид аквариумных рыб в Циндао. Их легко можно купить, особенно перед праздником весны, когда китайцы покупают аквариумы, приносящие удачу в новом году. Со специальных сидений вы можете наблюдать за движениями редкой, яркой, похожей на ангелочка рыбки.
полумраке комнаты ярко освещен лишь аквариум с этими небесными созданиями. Подводный мир был открыт в 2003 году, и на то время резервуар такого рода с морскими обитателями являлся самым крупным в мире. Сейчас построены более масштабные сооружения, однако этот аквариум все еще входит в пятерку крупнейших. Под резервуаром такого рода я имел в виду крупнейший в мире демонстрационный резервуар цилиндрической формы. Если вы увлекаетесь дайвингом или просто хотите попробовать понырять с аквалангом, в подводном мире Циндао вы сможете осуществить свое желание. Инструктора проведут краткий курс по технике дыхания под водой, и вы не успеете опомниться, как очутитесь в костюме для подводного плавания, ныряя и плавая среди акул. Но не волнуйтесь, если вы новичок или же просто не можете забыть фильм «Челюсти», опытный инструктор будет все время сопровождать вас, если это необходимо. Полуостров Хуандао, по-русски «Желтый остров», является частью Циндао и связан с ним высокоскоростной трассой. Это место, куда вам необходимо приехать, если вы ищете солнце, море и золотой песок. Пляжи здесь намного чище, чем в Циндао, а благодаря постоянному уходу заботливого персонала еще и намного спокойнее. Это, возможно, объясняется удаленностью полуострова от центра Циндао. Хуандао является частью Циндао и входит в зону экономического и технического развития города. Она состоит из четырех основных сфер – хай-тек, нефтехимическая, обрабатывающая и сфера услуг. Циндао позади нас, а мы направляемся в Хуандао, к Желтому острову. Это займет около 40 минут. Но мы не спешим, поэтому сели на медленный катер. На быстром путешествие займет 20 минут. Посмотрите туда. Ясно, что катер увозит вас от пива и архитектуры Циндао не ради чего-то непонятного. Что же такого может быть в Хуандао, чего нет в Циндао? Ответ прост – высокое качество пляжей и более развитый подход к обслуживанию туристов. Это место предназначено специально для вас. Чистые пляжи, романтические прогулки, четкая система ориентиров и самая важная составляющая – атмосфера праздника. Самый крупный пляж в Хуандао предлагает путешественникам и странствующим по побережью золотистый песок вдоль всего берега. Если вы хотите отдохнуть у моря, то это идеальное место. Тенты и столики можно арендовать почасово. И кроме того, тут десятки палаток с едой, напитками, пляжной экипировкой и сувенирами. Я рекомендую вам выделить день в вашем насыщенном расписании отдыха и посетить Хуандао и его чистые тихие пляжи. В один из таких дней здорово посетить Хуандао. Он знаменит своими пляжами и в особенности своим мелким песочком золотистого цвета. Исходя из моего опыта, довольно сложно найти тихий пляж с таким хорошим песком. Но вам стоит также посетить Серебряный пляж. Он находится на южной части побережья Хуандао, в нескольких километрах от пляжа с золотым песком. Здесь вас ожидает песчаный пляж, где вы сможете провести вечер с семьей или друзьями вдали от шумной толпы. Давайте прокатимся на моторке!
Замечательно, что в этой области Циндао много уединенных мест, которые можно исследовать. Здесь можно провести ночь на пляже под звездным небом, а также отдохнуть, поучиться или просто почитать книгу в одном из уединенных уголков. Находясь здесь, понимаешь, что чистые и обустроенные зоны, где мало людей, скоро перестанут быть таковыми. Поэтому наслаждайтесь, пока есть возможность. Ваше здоровье, Циндао! Аэропорт может быть самым счастливым, а иногда и самым печальным местом. К сожалению, для нас это последний пункт, где мы проведем оставшееся до отлета время. Я надеюсь, вам понравилась наша поездка по Циндао, его исторические и культурные достопримечательности и развлекательные центры. Я Марк Эдвардс, и до скорых встреч в программе «Едем в Китай».